Пришло время позаботиться о зеленых насаждениях на своем приусадебном участке. Отсутствие снежного покрова не самым лучшим образом сказывается на растениях. В то же время специалисты спешат успокоить. Пока нет сильных заморозков, опасность повреждения корневой системы мала. Пока не будет заморозков крепче 13-15 градусов, особо переживать не стоит. Растения переживут. Если же все-таки температура будет опускаться ниже, то здесь вот вероятность повреждения она есть. Это и цветы могут повредиться, луковичные, чеснок озимый. И вот такие вот культуры, как вечно зеленые, да, вот как земляника, тоже могут пострадать. Еще не поздно позаботиться о сохранности культур. Посадки можно замульчировать, то есть укрыть растения дополнительным материалом. Это может быть лапник, да, еловый, можно замульчировать, у кого опил есть, торф есть, там, солома, допустим, да, прикрыть поверхность почвы каким-то материалом. Можно воспользоваться и специальным укрывным нетканым материалом, но только не полиэтиленовой пленкой во избежание сопривания. Если вы проведете сейчас мульчирование, не забудьте убрать укрывной материал весной. В противном случае земля под таким укрытием будет долго оттаивать.